Капец, Титан Тимен! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть Скибиди Туалета. В общем, ребята, 41-я серия. Я так немножечко полирнул себе, потому что многие сейчас в рекомендованных вылазят, типа, финальная серия. Я типа, в смысле финальная? В смысле, ребята, это финал там пишут. Также у Фордова, да, посмотрим, ребят, ролик. В общем, давайте смотреть. 54 секунды идет, это очень здорово. Это прям очень здорово, ребята. В общем, приятного просмотра. Обязательно лайкосик, залетай в Телеграм. Ну и, конечно, в ЭКО-Лайф, ребята, подписывайтесь. Там я стримлю как раз видосики, мы сейчас смотрим на день раньше. Вот, но я постараюсь быстро выпускать. В общем, погнали, погнали. Видим Тивмена. Вот он идет. Что это было? Смотрю. Все. А, он типа говорит, линзу одевай. Капец, Титан Тимен! Погоди, этот звук, это, по-моему, какая-то заставка, ребята. Они аж смылись. Нифига ты! Аж закашлял, чуваки. Фига ты дал жару. Жесть. Блин, это вообще так подозрительно, ребята. Это вообще... Это так подозрительно, если честно, чуваки. Это просто жесть какая-то. Серьезно. Я вот когда первый раз увидел это, смотри. Так, ну эти, да. Вон, кстати, тоже линзы, смотри, одевают. И видишь, линзы, потому что... Блин. Как бы камеры. Им нужно. Им нужно обязательно это одевать. А колонкам им пофигу. Им пофигу, ребята. Да, они добренькие. Ну, да. Я сначала, поначалу подумал, что чисто Тивмен. Вот они так просто тихонько идут, да, как-то негромко так все это поют, так. Как будто он их предводитель, понимаешь? Как будто они уже придумали вот такое вот. Чисто вести их за собой, подчинить их воле. Это... Это что такое, блин? Это уже... Это что, блин? Это ванна? Погоди, родной, это что такое вообще? Нереально, они в ванне, что ли, гоняют? Ля втроем, вот этого я понимаю. Ля. Хоро. Реально едут на ванне, прикинь. Что-то новенькое у нас. Ну, в общем, это жесть. Скибиди туалеты терпят. Не знаю, что там придумают дальше. Ну реально, такое чувство, что все. Ну реально, раз от звука уже, смотри, они просто смываются. А, такой вопрос, а где вообще Джимен? Где он? Он что-то потерялся. Где он в данный момент? Ну ты понимаешь, если он сейчас будет, и его вынесут, все, это точно финал. Это уже финал будет. Ля, как растянулись головы, боже мой. Погоди, они сами, короче, берут зубами и смываются. Ля, гляди, реально? Видишь, он так... Это аж... Капец. Так, погоди, а я хочу увидеть, а как ванна смылась? Секундочку, ребята, вопрос такой, как смыть ванну? Ну там, по идее, должна быть затычка. Так, погоди, как они смылись? Вот смотрим, ребята. Смотрим на ванну. А не просто. Мультик такой, короче, был раньше. Смывайся. Там про крыс, и они типа в канализацию так смывались. Ребят, можете загуглить. Так, ну, это круто. Это круто, правда. Красавчик, просто красавчик. Щечки какие. Давай разбор поглядим. Ну что же, друзья, если что, ссылочка на оригинал будет в описании. Погнали вышло смотреть, ребята. Многими ожидаемая 41-я серия Скибиди Туалет. В ней нам показали очень много интересного. Например, нового Титана Тивмена и новый вид скибидистов, который мало кто заметил. Также было показано множество важных деталей, но обо всем по порядку. Сначала разберем сам эпизод, а потом я буду строить теорию о нем. Кстати, если это видео наберет 15 ребята, лайков, ставьте лайкосик обязательно. Приступлю к созданию следующей части разбора. Начинается все с того, что Тивмен идет по туманной улице
и ведет за собой толпу скибидистов. Среди них есть как и старые виды, например, как скибидист-пауки, так и новые, а именно тройной скибидист ванной. Это капец! Ему чуть позже, потому что на его счет у меня есть большая теория. Кстати, Тиви-мен вначале жестом указывает надеть линзу. Да. И кое-что говорит, но что именно, вы узнаете позже. Кстати, потом, самое интересное, ребята, что был еще писсуар. Господи, хорошо, что его тут нет. Что-то страшное. По их лицам, я думаю, виден полнейший шок. Мы видим черный дым. Причем, раньше его не было видно. То есть появился он только что. И тут появляется новый Титан Тиви-мен. И вот, что происходит дальше. Чисто, как будто в кинотеатрах там JBL-колоночка долбит, ребята. Ой, блин. Я помню раньше, вот когда в кинотеатр ходил, блин, там капец как громко. А потом испортил слух, так вообще нормально, ребята, вообще нормально стало. А поначалу, как я помню, ходил, понятно, прям очень больно, аж ушам там, так громко. Среди способностей Тиви-менов. Все нормально, вот они не выдержали, ребята. И заставляет скибидистов смыть самих себя. Давайте начнем разбирать Титана Тиви-мена. Он явно больше остальных титанов. Одна его рука с размером целый этаж. А если быть точным, он примерно в два раза больше четырехэтажного здания, которое стоит возле. Также стоит обратить внимание на цвет его ядра, которое есть у каждого титана. Скорее всего, ядро — это источник их энергии. Потому что, как мы помним, из битвы титана-камерамена с Джименом, он целился лазерами именно туда. А это значит, что если уничтожить ядро, то погибнет и сам титан. Так вот, у Титана Тиви-мена ядро фиолетовое, у Титана Камерамена оно синее, а у Титана Радиомена оно красное. А точнее, оно было красным, так как после его захвата паразитом, оно сразу же стало желтым, точно таким же цветом, как глаза у Джимена. Блин, это очень интересно. И, кстати, похоже на Железного Человека. Помнишь, у него тоже там сердечник вот такой вот был? Во время атаки лазерами. Моя теория гласит, что у всех фракций есть свой цвет. У камераменов синий, у радиоменов красный, у тиви-менов фиолетовый, а у скибидистов желтый. Скорее всего, потом это будет как-нибудь обыграно в сериале, так что советую это запомнить. Потом не совсем понятно, откуда появился этот черный дым. Может быть, это новая способность тиви-менов, потому что перед его появлением мы слышим какой-то странный звук и ветер. Возможно, это способ перемещения Тиви-мена Титана, а именно телепортация. Так как если бы он шел к месту битвы, мы бы это услышали. Отвлекнемся пока что от Титана и поговорим о новом виде скибидиста ванны или джакузи. На самом деле, не совсем понятно. Да это и не важно. Сейчас объясню почему. Нам, кроме обычных видов скибидистов туалетов и их модификаций, не было показано других различных вариаций, кроме писсуаров во второй серии. Но как по мне, автор сериала Дафак тогда не совсем сформировал канон и просто добавил их и без причины. У меня есть предположение, а именно, что скибидисты по сути понимают, что им светит, если что-нибудь не придумать новое для противостояния с агентами. Сильнее всех это понимает скибидист-ученый. Ему надо теперь выйти за рамки обычной конструкции, так как по сути с ней он уже сделал все, что мог. И он подумал, а что если сделать, например, скибидиста ванну, протестировать в реальном бою? Ну, это вообще то же самое все. Ничего у него хорошего не получилось. Надеюсь, у него еще идеи будут. У него есть недостатки и преимущества. А потом его улучшить. А возможно, он создал уже с десяток вариаций скибидистов. Например, скибидист-холодильник или скибидист-раковину. Только представьте... Я, конечно, прошу прощения, ребята, скибидист-раковина. Холодильник. Блин, ну что за жесть-то? На самом деле надо вот создавать... Помнишь, как Флэш появился, туалет? Вот это я понимаю. Вот это хорошо вообще было у ученого. А это что-то... Что-то не в ту степь ученый там придумал. Ванну, раковины, это что-то... Надо что-то вот
крутое сделать, я думаю. Возможно, сейчас изобретает скибидист ученый, а именно очки против ТВ-менов. Если у камераменов есть линзы, то почему бы их не украсть и создать свои? Как по мне, это легче легкого, особенно для такого умного персонажа. Вы можете сказать, что гипноз, возможно, может работать и с очками, например, по звуку или радиоволнам. Но я могу все это опровергнуть информацией из этой серии. Нам показывают, что когда ТВ-мен жестом просит одеть линзу, то на заднем фоне ее одевает камерамен, а радиомен нет. Это значит, что ТВ-мены могут гипнотизировать только по зрению. Далее, хочу рассказать вам о ТВ-менах подробнее, что мы узнали из этой серии, а именно их язык. Когда в начале ТВ-мен приказывает одеть линзу, мы слышим от него странные искаженные слова. Я примерно на английском, и получилось «rush the pad», что переводится как «поспеши поставить» или «поспеши разместить». То есть жестом и словами он имеет в виду «поспешить поставить линзу». Слова очень сложно разобрать, но если это так, даже примерно, то получается, что мы впервые слышим во всем Скибиди Тойлет нормальные логические слова, хоть искаженные. Потом, что хотелось бы разобрать, это звук, с которым Титан использует свои способности. Дело в том, что это звук THX. Многие ее узнают и не раз сталкивались с ним, так как он очень популярный и встречается во многих фильмах и сериалах, что опять же указывает нам на тематику самих ТВ-менов. Эту информацию я узнал благодаря подписчику из Телеграма. Так что тоже подпишитесь на мой телеграм-канал. Там реально. Ребят, вы тоже на мой подпишитесь. Ссылка будет в описании. Также по этой серии видно, что заканчивается так называемая темная фаза. Назвал ее Дафак. Это фаза, происходящая ночью. Началась она в 33 серии. Следующая фаза, скорее всего, туманная. На этом пока все. Поставь лайк и напиши комментарий, если хочешь продолжения. Всем пока. Блин, ну это было реально круто. Вот эта серия прям имбовая. Мне правда понравилось. Это супер. Это прям супер, ребят. Честно. Ну что же, друзья, надеюсь, вам тоже зашло. Блин, предлагайте в комментарии, какие же там новые скибиди туалеты будут, раковина, микроволновка. Блин. Ну, мне кажется, реально, знаешь, что будет? Именно вот линзу они поставят. Я как уже и вначале говорил, даже до вот этих вот разборов, да, Фордова, то, что очки, наверное, придумают какие-то, и все. Ну и плюс вот эти вот крышечки, чтобы не спускать туалет. Ну, не знаю. Поглядим, что там будет. Может, что-нибудь мощное оружие какое-то. В общем, обязательно жирненький царский лайкосик. Залетай также в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.